let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить State of Decay. Между сериями я маленько привел в порядок дела. Теперь, как видите, у нас мораль достаточно высока. Я немного позанимался делами, спас нескольких наших пропавших без вести, как их назвать-то, соплеменников. У нас теперь племя получается. Ну, в общем, все достаточно хорошо. И среди прочего, ну, такое, конечно, жаль, что не попало в кадр. Но, тем не менее, теперь у нас есть... Сейчас покажу, что у нас есть. У нас есть пулемет. Три штуки. Я их нашел на военной базе, когда искал припасы. И теперь на случай серьезной заварушки можно будет припасти что-то эдакое. Но пока что я брать не буду, пожалуй. Или, может, взять, чтобы вам показать. Почему бы нет, верно? Он весит, конечно, дохренища. И в результате я мало что смогу таскать. Ой, даже не знаю. Ну, давайте это уберем. И, в принципе, пока вот так оставимся. Ой, какая дура. Просто газонокосилка. Так, и теперь, чем мы сегодня займемся? Я основал аутпост. Так, секунду. Тут у нас инфестейшн. В общем, здесь я основал аутпост как раз у той военной базы, где и находилась большая часть военных, пока они не убежали. А сейчас мы встретимся с сержантом Теном. Поедем туда. Потому что, в принципе, дел у нас особых нет. С основными, как повторюсь, проблемами я разобрался за кадром. Потому что, ну, как-то вот захотелось привести в порядок последнюю серию. У нас все было из рук вон плохо. Здесь все подрастает. И, в принципе, очень круто, да? Здесь народ будет тренироваться. Но пока что-то я не вижу, чтобы тут тренировался. Да ладно. Так, хорошо. Народ, кстати говоря, инфестейшенов, их было достаточно много, но оказалось, что они все вокруг, просто в зданиях у меня не было отмечено. Кто стреляет? А, наш стреляет. Допустим, вот в этом здании, вот в этой забегаловке был инфестейшен, его пришлось почистить. Еще один был тоже довольно близкий. То есть все в пределах досягаемости. И от того, что я их почистил, жить народу стало заметно поспокойнее. Теперь никто не злится, не матерится, и все окей. Так, хорошо. Опять орда зомби. Ну и нафиг. Здравствуйте. До свидания. Не буду их даже давить. Кстати говоря, к Квентину можно заехать и сказать ему, что девушка, с которой он встречается в прошлом, была проституткой. Это же страшное дело во время зомби-апокалипсиса. Самое важное дело — копаться в прошлом чужом, да? Или не будем? Что-то я как-то даже не знаю. По сути, насколько я понимаю, до финала игры уже не так много осталось, потому что открыты все три города и... Блин, они все бегут сюда. Ну, это, наверное, потому что я... Да хрен с ним. Так, кто из вас Квентин? Я уже и забыл. Мужчина. Местные, разберитесь с ним сами, а? О, молодцы. Ты Квентин? Нет, ты Боб. Ты, наверное, Квентин. Нет, ты Бен. Где все? А, он теперь сидит там, около склада, понятно. Хорошо, пойдем туда. Подвиньтесь, пожалуйста. Там опять зомбятина. Здорово. Что-нибудь выяснил? Рассказать Квентину о том, что ты узнал. Да нет. Пусть все будет так, как надо. То есть подумаешь, чем она там в прошлом занималась. Не дали мне прочитать, закрыли достижение. Но, в общем, не узнал он про то, кем была его девушка. Пусть живут спокойно. У них и так, он, как видите, проблем хватает. Но при этом у них место, если подумать, гораздо более хорошо продумано, чем наше. Вон там, допустим, можно дозор оставить на крыше. Здесь все оградить, здесь и так неплохо огорожено. И жить себе спокойно, хрен кто подъедет. Но мы поедем по своим делам. Тачанка, о, сколько я там. Я, наверное, час где-то играл не на запись, потому что, по сути, я совершил одни и те же монотонные действия. Искал там, кого нужно, кого не нужно.
В итоге они маленько успокоились. Совсем уж эту могучую игру превращать что-то мне не хотелось. Погнали. Что там сюжет от вас хочет? Опять ночные серии, кстати говоря. Да-да-да. Ну, что поделать. Здесь я, в принципе, здание, насколько я помню, лутал, только там вот, на этой ярмарке. Ну, там, по сути, я тоже особо не вдавался и чисто полутал эти палатки. В палатках были пулеметы. Ничего не вижу. Сегодня играю днем, поэтому мог, во-первых, с улицы непонятные звуки идти. А во-вторых, я шторки забыл закрыть, поэтому ночью ничего не вижу вообще. Так, сержанта тут нет. Там все еще живой? Да, но ненадолго, если так посмотреть. Выбирайтесь отсюда. Я не могу. Да, успокойся, солдат. Что с тобой произошло? Слишком болен. Бросьте меня. Бросьте всех больных. Именно поэтому они, наверное, и говорят, не пей воду. We got a term for this in the army. That term is FUBAR. У нас есть обозначение для этого в армии. Это означает FUBAR. Okay, sure. Так, ты, говорит, уходи. Ну, ладно, сейчас я только посмотрю. Пожалуй, ты не против. Это, конечно, очень кощунственно, у тебя тут товарищ умер. Но мы выживали как могли. Это был зомби-апокалипсис. Ну, шоколадка. До свидания. All quiet here. Что с водой? Воду теперь пить нельзя. Это плохо. Так, ладно. Хорошо. Что еще у нас есть? А нам, по сути, и заняться-то особо нечем, да? Я все выполнил такое. Сайды всякие. Хорошо. Может, тут? Тоже нет. Это что? Остатки Зиона Пирсона. Я думаю, это место мы посетим, раз заняться все равно особо нечем. Тихо. Я подумал о том, что сказал наш умирающий друг насчет воды. Ученые говорили до того, как меня заперли, тоже что-то подобное. Теперь я хочу это проверить. Буду рад помочь. Давай двигаться тогда. А, сейчас мы, значит, к резервуару двигаемся. Понятно. Хорошо, пойдем. Я бы, честно говоря, на машине поехал такой. Так, где мы? И что-то есть подозрение, что пулемет нас в данном случае серьезно выручит. 100 патронов, офигеть, это без каких-либо... Где моя машина? Угнали, что ли? Без каких-либо перезарядок, 100 патронов. Это не она? Вон, сделаем вид, что мы ее там оставили. Военные, по сути, неплохие пацаны оказались, да? Несмотря на то, что вели себя достаточно плохо вначале, но в итоге поняли, что мы все в одной беде. Начали с нами активно сотрудничать, тем более их самих бросили в дороге. Так, осторожно, поворот проехал. На самом деле плохо вижу то, что происходит на экране. Очень сильно отсвечивает как раз в окно. Вернее, окно лупит. Солнечный свет. Так что ты выяснил? Ты знаешь, куда армия отправилась? Те, кто не заболели, или... Короче, они убежали. Плохая была операция с самого начала. Все, что мы в итоге получили, это смерть от этой суперхолеры. Как он ее называет. Смотри, сколько тут мертвых. Что произошло? Short of sitting on our bunks jerking off, all we were allowed to do with our free time was come up here, swim a few laps, and try to pretend MREs. Это был их первый лагерь, и первым делом тут делать было нечего. Они плавали в этом озере. In retrospect,
Если так подумать, я даже не могу понять, о чем я больше жалею. Кое-что из этого узнаю. Некоторые из этих вещей были у местных ботанов. Я, говорит, не знаю, что это такое. Я просто профессиональный боец. Не обязан этим разбираться. Но я могу сказать, что они очень торопились, когда все это тут оставляли. Давай присмотрим тут, осмотримся. Кстати говоря, люди, которые говорят, что при быстром обыске теряются вещи, это не так. Просто больше шума. Так, это я уже смотрел, по-моему? Да нет. Блин, что там? О, черт. Да, точно. Now, it's been a while since I read my field survival manual, but I'm pretty sure dead guys rotting in your water supply is what's known as a bad. Понятно, люди в воде плавают мертвые, поэтому с водой такая проблема. Придется покинуть эту аллею, мы не можем это пить. Trouble is, the army blocked it off when they left. Нужно уезжать отсюда, но дорога заблокирована армией. Они не хотят, чтобы это распространялось. Так как мы выберемся? Я пока не знаю. Я могу несколько связей проверить. А ты пока начинай собирать припасы. Не знаю, как там хорошо, но я думаю, получше, чем здесь. Короче говоря, в воде полно гниющих трупов. Из-за этого вода отравлена. И, соответственно, жить мы тут особо не можем, потому что без воды ни туда и ни сюда. Нужно собираться. Орда зомби атакует дом, пока мы тут. Так, ну хорошо. Ладно. Нужно помочь Рэю, кстати, с доставкой на этот сайт-квест. Здесь можно помочь невезучему. Нам нужно направляться домой, там у кого-то опять проблемы. Да, припасов не так много. Вы видите, да, даже несмотря на то, что у меня практически ничего нет, я все равно перегружен. Это недостаток пулемета. Блин, физика смешная, машина разворачивается, как я из Экта. Вот такие пироги. Все, уезжаем отсюда. Я не знаю, стоит ли мне обыскивать эти дома вообще. По сути, если мы... Еще одна орда зомби. Ты посмотри, там просто штурмуют. Хорошо, что мы дом неплохо так укрепили. Построили там достаточно навороченную такую вышку. Так, я туда еду? Да. Давайте притопим. Машина быстрая, выручит. Хорошо, что с этой стороны тоже дорога. Так, Infestation опять поблизости появился. Дорога тоже открыта, а то пришлось бы через тот мост все время ездить. Это серьезный такой круг, много времени теряется. Короче, возвращаемся домой, сейчас помогаем нашим там прийти в себя и после этого посмотрим. Мораль хороша у нашего сообщества. Все-таки, когда вот не на запись занимаешься многими делами. Так, подожди, я проехал, что ли? Упс. Ой. Когда в порядок все приводишь между записью, это, как видите, неплохо сказывается на геймплее в целом. Теперь у нас все очень хорошо. Ну, кроме того, что нам валить отсюда надо, к чертовой матери. Приближается еще одна орда зомби. Эу-эу, полегче. Там, по-моему, еще одна идет, нет? Так, они обрадовались, что я им помог уничтожить эту орду. Быстрее бы уже утро наступило. Так, народ что-то бояться начал. Чего не бояться? Давай поговорим с там с человеком. Ему, наверное, похоже, нужно будет покататься. Прийти в себя маленько. Кто это? Грейсон.
Эй! Так, ну давай поговорим. Все как обычно. Things seem bad, but we're gonna make it, and you're gonna help. Let's go. I can do that. Так, подожди, флажок. Флажок это... Это тут, по-моему, что-то нет. Я бы, честно говоря, взял СКС такой, но потому что... Блин, я не могу с этой дурой постоянно таскаться, она очень тяжелая. There, huh? Так, ну и на разнос мы возьмем машину похуже. Honest, morning, you know? Наш герой говорит ему, чтобы прекращал паникерство. Okay. Почему герои не могут вообще высунуться из машины и стрелять из окон? Это бы нам сильно помогло. Ребятки, выходите. Ну что, испробуем пулемет? Так, тихо. Из-за бликов на экране не увидел. Хорошо, умеем. Еще один такой же. Ну чё? Все. Маленько навели порядку. Nice work. Things are looking up already. Все, говорит, уже начал налаживаться потихоньку. Свидание. Ну, прикольная штука, но, в принципе, СКС с глушителем более такой хирургически точное оружие. Потихоньку по бошкам пострелял и ушел довольный. Какой без тебя не справился. Together, right? Да, ты врешь. Hello? Нет, правда? Конечно. Hey. У меня стройматериалов вообще нет. Good. Так, ну хорошо, давайте сложим этот фиговый пулемет. Нет, он не фиговый, то есть с его помощью можно нарубить монстров целую тучу, но, блин, таскать такую дуру с собой. Сколько он весит? Семнадцать. Офигеть. Так, что еще у меня тут интересно есть? СКС. СКС лучше, по-моему. Такая винтовка тоже можно носить. Но это я оставлю Маркусу. Так, хорошо, глушаки. 32 глушака. А, нету. Да, 32 глушака. Набрал. Патронов еще будем брать, нет? Окей. Так, теперь. Что у нас тут есть? Здесь у нас рюкзак горючего. Это у нас сайт. Поможем уничтожить инфестейшн. Для этого нам понадобится еще коктейль Молотова. Парочка. И все, пойдем чистить. Пока что особо дел таких нет, вроде как, я посмотрю. Насколько я понял, сержант с нами свяжется чуть попозже, когда мы тут еще поживем, не знаю, пару-тройку дней. Так, хорошо, погнали. Что там с усталостью-то, кстати? Да не, нормально еще. Потихоньку светает или нет? О, наши работают. Хорошо. Народу нравится, когда я убиваю орды. Они прям радоваться начинают. Так, еще один инфестейшн. Блин, ты сколько их тут? Давайте-ка мы их сразу растревожим всех. Зомби тупые, реально тупые. Не так тупые, как зомби, они тупые, как искусственный интеллект просто. Так, нет, лучше сделаем вот так. Там два скримера,
Все. Сейчас побегу. Да, блин, дверь оторвал. Так, по рации только что передали, что идут зомби. Это меня выкинули, что ли? У наших соседей, у судьи, серьезные проблемы. Вот что я хочу сказать. А! Короче, инфестейшн, я думаю, подождет, если там наших соседей убивают. Я, конечно, хотел их смерти, но, может... Что он делает? Может, все-таки не так? Ладно. Не знаю, что происходит, но игра не перестает глючить даже в конце. Сегодня еще одно обновление вышло. Как я вижу, не сильно помогло. Камера. Все, глушака нет. Но. Да, не та кнопка. Так, кто там еще остался? Ух, а там ну дофига. Надеюсь, орда не придет, пока мы тут это. Свободно. Если что, я шумлю, я не боюсь шуметь. Мне нравится шуметь. А то кто-нибудь скажет, опять шумит. Так, все, эту локацию мы почистили. Собирать сейчас ничего не будем. Давайте помогать нашим друзьям. Куда машину только делать? Это же не круто. Да нет, пропало просто. Офигеть. Ладно, побежали домой. Что-то в этой серии движухи много, да? Я подумал, гараж повисла. Все, топим. Нет, не топим. Устали. Не, это что? Патронов хватит? Нет, интересно. Смотри, машина тут оказалась. Ну, это очень весело, конечно. Или новая. Не знаю, погнали к соседям. Судья, похоже, там допрыгалась все-таки. На связь не выходит. Блин, орд кругом просто полно. Что-то под конец вообще серьезно стало. Это если вот без машины окажешься, тут это... Да пипец. Ой, проехал. Ну ладно. Заглянем сюда по дороге. Хорошо, что у нас аутпост поблизости. Да блин, игра, хватит притормаживать. Я из-за этого часто вырезаюсь. Че они там? Ты посмотри, я слышу звуки борьбы. Так, нужно спасти тех, кто еще живы. Не, с таким фреймрейтом я что-то, честно говоря, не сильно стреляю, я чувствую. Блин, что ты стоишь-то столбом? Его пофигу, ему нормально. Ты тоже спокойно, да? Шериф и судья мертвы. Круто. К тому все и шло.
Вот, блин, всю драматичность момента запарывают тупые NPC. Они один стоит во время битвы, такой, окей, пойду в носу поковыряюсь. Второй вообще там не реагирует, тупо идет поверх, когда его коллеги там просто погибают. С кем они воюют? Это не ты, судья? Отлично. С ним звуки такие. Так, ну и чё? Тут все, что ли? Они убьют его, нет? Ты посмотри, он его полчаса уже долбит. По голове бей, ну. Господи. Ах, что, все, добегались? Ну, вообще, можете примкнуть к нам. Будете еду добывать. Блин, там еще кто-то есть. Дозора никакого, ничего. Ты посмотри, сколько тут зомби. Это не круто, явно. Все, кажись, свободно. Никто поговорить не хочет со мной, спасибо там сказать. Патронами поделиться. Attention, citizens. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide supplies. Вооруженные выжившие атакуют патрули, отбирают припасы. Будет пресекаться с помощью оружия. Оставайтесь в домах для вашей безопасности. И ждите, когда это закончится. Блин, это уже идет месяц, наверное. Когда оно закончится-то? Короче, что я хочу сказать. В этом доме, похоже, нам делать больше нечего. Я думаю, хоть спасибо скажет. Давим как-то вообще по барабану. Еще раз пробежимся, попробуем поговорить. Судя по всему, бесполезно. Зато наступило утро. Блин, а почему я не могу ее застрелить? Я в это место прихожу, игра начинает дико тормозить. Кадров 15 секунд, наверное, дают. Xbox. Что ты делаешь? All squared away. Так, ну чё? What's up? Всем норм? All squared away. Ладно, урон. Давай, пока. Где у нас еще инфестейшн? Ох, сколько у нас инфестейшн. Подожди, я же это зачистил, нет? Сообщение, что ли? Ай, блин, иди. Ты не моя проблема, пусть сами разбираются. Неблагодарные. Да как ты так? Ты посмотри, я же перепрыгнул. Все. Хоть сдохните тут. Больше не буду помогать. Да, блин, отвалит от меня. Пойдем инфестейшн добьем. Не знаю, что там еще не хватило. Может, еще кто пришел. Фух, напряженный был денек. Даже укусили, опять же. Крикон. Все, нет крикуна. Живой, что ли? Да нет. Все, ладно, погнали. Подожди, тут, что ли? Или нет? То есть мы чистили вон тот дальний дом. Теперь у нас еще и тут подарочек. Так. Нет, там нас товарищ ждет. Оп! Привет, Лила.
We could use a hand clear. Давай. Ready to move. Watch my back. И где она? О, очень близко. Это круто. Нам будут помогать с нашей вышки. Здравствуйте. До свидания. Орду зомби так, в принципе, убивать смысла особого нет, а вот на глазах у сочувствующих, которые у тебя дома живут, вот там они серьезно радуются. Там этим стоит заниматься. Блин, мы же только чистили этот дом. Вот с этой стороны ломится внутрь. Своим хочешь, что ли? По-моему, умер. Ай, тихо. Отойди! Да, блин. Отходим. Нужно в машину. Хотя можно и так. Да что вы делаете-то? Все, норм, уходим. Смотри, кто идет, уходим. О, да мать. Ты идешь, нет? Да ты посмотри, я вообще какая-то. Вот сейчас убьет ее. Все, валим наконец, валим уже, валим. Или она по своим делам пошла, я не знаю. Пойдем. Ладно, короче, убирайся своим ходом, раз не хочешь. Ну что, неплохо так справились сегодня. Неплохой у нас был гейминг. В принципе, самое оно. Пару сюжетных заданий, как видите. О, ребята там с пулемета что ли сайт. Сейчас потратят мне весь пулемет. С водой все очень плохо. Долго мы тут находиться не сможем, потому что все водоемы отравлены. Наши соседи из ратуши. И опять помощь нужна, что ли? Наши соседи в больших проблемах. А мы, в принципе, неплохо так справляемся. Чё тут было? Она куда пришла-то вообще? Еще один инфестейшн, ты посмотри, сколько тут. У меня уже коктейлей-то нет. Пойдем зачистим. Это место мы тоже, в принципе, уже навещали. А, это наш? Как наш? Да, наш. Сейчас двери торгают, смотри. Мужик, отойди, блин. Машина вообще идеальное средство просто от любого инфестейшна. Враги наматываются на колеса и все, все счастливы. Так, что норм? Давайте пока норм посмотрим, может тут стройматериал есть. Ну, вроде как не видно, по крайней мере жарочку найдем. Ну и коктейль. Тоже неплохо. А здесь может быть оружие, кстати говоря. Ну, оно тут и есть.
тут еще? Вот тут может быть пушка. Подствольник. Круто. А здесь что у нас? Здесь ничего. В общем, еще одним инфестейшеном меньше. Народ становится все спокойнее и спокойнее, если они узнают правду, что мы вот-вот уедем отсюда. Я думаю, настроение их резко упадет, потому что мы только тут неплохо так обосновались. Но в итоге, я думаю, справимся. Хорошо, давайте на этом заканчивать. В следующей серии посмотрим, к чему все это приведет. Если вот этот вот урод все патроны с пулемета не потратит на это, то, я думаю, все у нас будет хорошо. А так мораль, видите, на каком уровне. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.